Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, как я оформляла торт Грайде собачку. Я уже собрала торт. Как собирать такой торт? У меня есть видео на канале. Ссылочку оставлю в описании. Оформлять торт буду белково-заварным кремом. Беру белый крем, насадку розу и аккуратно наношу крем на торт. Когда покрыли торт кремом, будем его выравнивать. Шпателем прижимаем крем к торту. Таким образом будем выравнивать весь торт. Обязательно нужно приготовить кипяченую воду и смачивать лопатку в воду, когда тянется крем за лопаткой. Где не хватает крема, можно его добавить. Например, мне показалось, что ушки сильно низко. Я добавила крема, тем самым добавила объем ушкам. В конце обязательно протираем подложку. Я взяла насадку травка и буду выдавливать крем. Белым кремом я покрыла торт, теперь буду делать серым те части, которые я хотела выделить.
Точно так же беру насадку травка и выдавливаю крем. Таким образом мы сделали всю шерстку. Теперь сделаем хвостик. Я из мастики сделала глазки, носик и язычок. Глазки и носик окрасила черным цветом, язычок красным. Теперь буду устанавливать на торт. Также я сделала имя мальчика и цифру 3. Я сделала еще звездочки из мастики, покрасила их синим цветом, выложила на подложку. В итоге у меня получился вот такой красивый торт. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. До свидания!